Вот сегодня мы приехали в многодетную семью. И вот такие три замечательных... Да, с откуда переселенцы? А это что за пакет? Тельманские переселенцы, да? Николай. Я пакет такой. Дом у вас разбили, да? Частичный дом. Вот они сейчас находятся в городе Донецке. Правда, тоже не в безопасном районе. Это Петровка. И вот новогодние подарочки мы деткам привезли. Это все было благодаря, возможно, нашим подписчикам, а также Татьяне Сизовой с Оренбурга, которая всегда вот присылает деткам такие подарочки. Огромное спасибо. Спасибо всем людям, которые перечисляют денежные средства и предоставляют подарки вот таким деткам. Спасибо.